ты был в Азбуке Вкус? Слушай, я говорю, нет, а что? Он говорит, немедленно езжай, там ебанистическая халва. Я счастливый ушел, я даже не стал. Я говорю, есть, будет сделано. Все. Пока ты меня ни разу не наебал. Да, ни разу. Я поехал, взял халву, все, пиздец. До сих пор лежит у меня дома. Ну, да, надо отдельно сказать, что меня это тоже очень сильно бесит, что почему-то ты Валеру Валерушей называешь. А чего? Ну, потому что. У вас что-то есть? Да. Что это за дрязги? Да. Это грязное белье полезло мимо меня.